Решено. Левку Бурина я убью. Раз он так треснул меня пеналом по голове. Искры из глаз посыпались. А я-то думал, что про искры только в книжках пишут. Конечно, Левку жалко. Хороший он парень. Но все равно, пусть теперь отвечает. Уже несколько дней столица Соединенных Штатов окутана грязно-серым туманом, сквозь который не пробивается ни единый солнечный лучик. Да. Вашингтон в осаде. В результате чрезмерного загрязнения атмосферы столичная метеослужба объявила смоговое предупреждение. Живот болит? Спорт. Какие? О, для тебя, Дениска. Собака, даже самая маленькая и самая мирная, может напугать ребенка, стать причиной аварии машины. Ты что такой мрачный-то? Живот, что ли, болит? Ничего не болит, просто аппетита нет. Недавно в нашем дворе это закончилось конфликтом. Рыжий Пуфик, неизвестно за что, рассердился на трехлетнюю Алену и цапнул ее за пальчик, пожалуйста. Ты готов? Портфель соберу. Здрасте. А, Мишенька пришел. Ну, по тебе часы провели. А, Михаил Иннокентьевич, мое почтение. Как поживаете? По устному хорошо поживаю, по письменному похуже. Хорошо поживаю после уроков и по воскресеньям. И, наверное, совсем хорошо на каникулах. Ага. Ну, скоро ты. Да погоди. Ну и что? Здравствуйте. Доброе утро, Сергей Петрович. Утро доброе, друзья. На штурм вершин познания. Ага, Сергей Петрович. Утро доброе, друзья. Как на пенсии-то, друзья, Кол Единицыч. А, ты чего такой кислый? Живот, что ли, болит? Живот, живот! Пристали со своим животом! Кислый, хмурый. Решительный я! Здрасте, дядя Павел! Здрасте! Привет, ребятки! Привет! Дом 13/5! Да. Где газ? Везде. А в чем дело-то? 18-я квартира где? Вон там, направо. Давай! Вон там, в последнем подъезде! Ну что же ты, бежим посмотрим, а вдруг там авария? Конечно, авария. Видал, как примчаться. Пошли. Да погоди ты, давай посмотрим. Я стихи не успел выучить. Хотел перед уроками подзубрить. А вдруг спросит?
20-30 человек и его одного спросят. Струсил, да? И потом вдруг там чего-то. Пожар. И мы спасем кого-нибудь из пламени. Кого спасем? Да Костика же. Или хоть его бабушку. 18, это же их квартира. Бежим. Точно. Кол, вколю тебе укол. Фантомас. Милый голубчик мой, что ж мне теперь делать-то? Плохо дело, бабушка. Чего? Фантомас разбушевался. С вас бы, гражданка, заложенный вызов. А она это как ее не взовется, а? А то ведь как сомнительно. В милицию обращайтесь. Или в кино, бабушка. Пускай Тимур и его команду показывают вместо Фантомаса. Господи, ну что мне теперь делать-то? Ой, голубчик, подожди-ка. Ой, что делать? Бежим теперь дворами, а то опоздаем. Ой, не могу. Береги свою плиту. Она ща как подзорвется. Фантомас. Ну, Громотей, да его ж так по ошибкам два счета поймают. Не бойся, не поймают. Бежим. Фантомасу русский письменный ни к чему. Он не русский. Ему главное тайна и маска. И погони, драки всякие. А то бывает такую муру показывают. Не кино, а спокойной ночи, малыши. Тебе. Пошли. Ты чего такой злой сегодня? Отвяжись. Ну расскажи, случилось что-то? Ничего не случилось. Отстань. Это не по-товарищески. Ты мне не скажешь, и я тебе ничего не скажу. Никогда в жизни. Понял? Случилось, Мишка. Я сегодня Лёвку Бурина убью. Лёвку-то? Этого замурыша? Ну, это ты зря. Как зря? Знаешь, как он меня пеналом по голове треснул? Безоружного. При мне одна промокашка была. Правда, и я его. Она у меня в кулаке была. Главное, обидно. Я его утешить хотел. Он двойку получил. Подхожу. Здорово, говорю, Буля. Развеселить я его хотел, понимаешь? А он пеналом. Он же тебе гильзу обещал подарить для телескопа. Ай, нужна мне его гильза. Вдруг он подойдет и скажет: извини, пожалуйста, помириться захочет. Помиришься? Нет уж, тогда я ему в лицо рассмеюсь. Вот так. Ха-ха-ха. Ясно? М-да. Лёвка. Ждал, а ты не пришел. У меня билеты были. Ладно, пока пусть поживет. Правильно, пусть поживет. Вы прочтите эту статью. Она очень интересная. Она спорная, конечно. Здравствуйте. В общем, прочтите обязательно. Здравствуйте. Садитесь. Кораблёв к доске. Ну, что я говорил? Телепатия. Ну что же ты, Кораблёв? Я тебя зову или нет? К доске. Иди скорее, а то рассердится. Стихи.
торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетет... Это Пушкин. Да, Александр Сергеевич. Ну, правильно. А я что задала? Что? Ну, что-что. Я тебя спрашиваю. Что я задала? Да что вы не знаете, что вы Некрасова задали? Это он не понял вопрос, Раиса Ивановна. Слонов, а у тебя еще будет возможность отличиться. Сядь, пожалуйста. Да, Мишка, ты чего лезешь? Будто бы я без тебя не знаю, что Раиса Ивановна Некрасова задала. Я сосредоточился, а ты сбиваешь только. Ну? Что? Перестань ежеминутно штокать. Читай стихи. Стихи Некрасова. Поэта советского. Что? Какого поэта? Некрасова, вы же задавали. Читай сейчас же, если выучил заглавие. Мужичонка. С ноготком. Мужичонка с ноготком. Ну, хватит. Хватит. Успокойтесь. Успокойтесь. Довольно Кораблёв повеселил. Не знаешь, так хоть не срамись. Так, ну а как насчет кругозора? Помнишь, ты обещал мне выучить название самых больших рек Америки. Выучил? А как же? Хорошо. Тогда назови мне, пожалуйста, самую большую реку Америки. Миссисипи. Миссисипи. Слонов, успокойся. Денис сам вспомнит. Ну что же ты, Кораблёв? Ну назови мне самую большую реку Америки. Ну, Кораблёв, ну ты какая самая главная река Америки? Мисси-писи. Раиса Ивановна, можно осадить? Садись. Сыграли? Угу. Алексей! Иди к доске. Посмотрим, какой ты герой. Миссипи, Миссури, Колорадо, Амазонка. Сидите. Раиса Ивановна, можно вас на минуточку? Да. Сядь на место и приведи себя в порядок. Садитесь.
Раису Ивановну срочно вызывают. А сейчас с вами позанимается... Елизавета Николаевна. Елизавета Николаевна. Вот когда вы подрастете, она закончит институт и будет учить вас географии. И астрономии. И астрономии. Товарищ, что там такое? Вы же мешаете. Мальчик, мешаешь мне. Извините, я больше не буду. Садись. А какой у вас сейчас был урок? Вернее, идет. Какой у вас сейчас урок? Литература. Да? Ну что ж, ничего страшного. Я хочу вам предложить не настоящий урок литературы, а продолжить его в новом качестве. Вы не возражаете? Давай! Я не буду вам сейчас ставить отметки. Просто пусть кто-нибудь из вас прочтет нам свои любимые стихи, а мы потом их обсудим. Ну, кто первый? Кто может прочесть любимые стихи? А? Кораблёв. Кто Кораблёв? Елизавета Николаевна. Но я уже читал. Спросите у всех. Да, он читал. Только что. Ну что? Я же... Товарищи, я верю. Но я не собираюсь ставить отметки. Это же не урок, я же, ты же... Да читал я, только что читал стихи. Товарищ Кораблёв, я верю, меня только что спрашивали. Ты... Нет, я прошу прочесть любимые стихи, а мы все их обсудим. Ну ладно. Ну ты, какие нам прочтешь стихи? Он Некрасова очень любит. Да? Ну, давай, Некрасова. Отрывок из поэмы «Полтава». Это Пушкин. Но вы же просили любимое. Да, ну, извиняюсь, пожалуйста. Тиха украинская ночь. Тиха украинская ночь. Прозрачно небо, звезды блещут. Своей дремотой превозмочь не хочет воздух. Чуть трепещут серебристых тополей листы. Луна с полночной высоты над белой церковью. Прекрасно. Над белой церковью сияет. Ничего, ничего. Достаточно. Нам этого достаточно. Ты прекрасно читал стихи. И стихи великолепные. А скажи, Кораблёв, задумывался ли ты когда-нибудь, какую гигантскую научную информацию дает художественная литература и поэзия пытливому уму? Я ко всем обращаюсь. Ну, хорошо. Я вам помогу. Скажи нам, Кораблёв, что ты понял в этих стихах? Кто я? Все понял. Говори. Луна, звезды, тополя. Все спит? Да. А вот ученый на твоем месте, даже никогда не бывавший на Украине, между прочим, заметил бы, что, оказывается, Украина находится в стороне от центра перемещения континентальных масс воздуха. Дальше. Тиха украинская ночь. Прозрачное небо. Небо. Звезды блещут. Блещут.
Всего одна строка. Прозрачно небо, звезды блещут. Садись. Садись, Кораблев, ты нам больше не нужен. А как много говорит нам Пушкин в этих прекрасных словах. Оказывается, в это время года количество осадков на Украине минимальное. Поэтому небо прозрачно, звезды блещут. Дальше. Чуть трепещут серебристых тополей листы. Одна строка, но как много она нам говорит. Оказывается, арктические бури, которые сотрясают север земного шара. Оказывается, суховеи, которые потрясают Азию. И страшные ветры, которые сметают с лица земли Западную Европу, не трогают центральную Украину. В это время года в Белой Церкви нету. Тебе укол. Фантомас. Советую заняться грамматикой. Штирлиц. С фантомасом должно быть покончено. Мы примем самые решительные меры. Это я вам обещаю. Ой, слава тебе, Господи. Батюшки, а кастрюлю-то, кастрюлю-то я на плите оставила. Ой. Внимание, внимание! Лермонтов из Гейне. На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. В этих словах великий поэт сообщает, что сосна, как не крути, довольно морозоустойчивое растение. Газ однажды на диком севере. Вот дурачки дразнятся, она же просто очень географию любит. Стоит одиноко. Думайте, всего одна фраза. И сразу становится ясно, что у сосны к тому же сверхмощные корни. Думайте, всего одна фраза. Ладно, сейчас я его трогать не буду. А то подумают, за учительницу заступаюсь. Как подумают? О, запишите. Записываю. Запишите. Записываю. О, запишите. Записываю. Очень хорошо, товарищ Колоколов. Мы как раз к вам и собирались. Да. Чем могу? Может, вы повлияете на этих фантомасов? На каких фантомасов? Да вот, весь дом обклеен записками угрожающего содержания. Жильцы терроризированы. Уже есть жертвы. По почерку ясно, что писали младшие школьники. Помогите, товарищ Колоколов. Вы педагог с большим стажем, и ваша прямая обязанность. О, нет, я уже пенсионер с большим стажем. Вот и хорошо, это будет общественная нагрузочка. О, нет, 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 увольте, Сергей Степанович.
Я работал с обыкновенными школьниками, а вы предлагаете мне каких-то фантомасов. Тут скорее необходим криминалист на пенсии. Сыщик, Нат Питкертон, Шерлок Холмс, комиссар Мигра. Ну, в крайнем случае, знатоки, если это вам больше нравится. Да. Ну, скоро ты. Может, отложим до другого раза? Нет, Мишка. Другого раза не будет. Почему? Понимаешь, я тогда уроки не смогу учить. Мысли мешают. А я тебе еще громче подсказывать буду. А ты слушай. Идет? Нет, не идет. Я теперь сам все время уроки учить буду. Хм, всегда-всегда? Всегда-всегда. До глубокой старости. Слышь, что? Певец играет. А, ты уже здесь? Сидишь как воробей на жердочке? Ну иди сюда. Будем репетировать. Борис Сергеевич, а что там вы играли? Это Шопен. Он мне очень нравится. Конечно. Раз вы учитель пения, так вы любите разные песенки. Ну какая же это песенка? Песенки, кстати, я тоже очень люблю. А это называется иначе. Это музыка. А музыку я люблю больше всего на свете. Ну, а ты? Вот ты. Что ты любишь больше всего на свете? Я много чего люблю. Только я люблю простое. Люблю собак, потому что не всегда нос мок, а насморка не бывает. Люблю, когда фырчит автомобиль, нюхать бензин. Ну, погоди, люблю, только мне волка жалко. По телефону звонить, перед зеркалом кривляться, да мало ли чего. Мюллера люблю. Кого? Да не тот, который гестапо, а который в футбол голы забивает. В разные игры люблю играть, только обязательно выигрываться, а если проигрывать, тогда не надо. Простое. Видишь, как много ты любишь? Целый мир. Подумаешь, а я еще больше люблю всяких разностей. Колбасу люблю вареную, на спор съем целое кило. Пряники люблю, хоть тульские, хоть медовые. Ну, про халву и говорить не стоит. Скажи прямо, гастроном. Так я же с этого только начал. А. Ловко. Чего ты? Возьми. Настоящее. Хорошая какая гильза. Мировая гильза. Не забыл? Друзья, немного, что мне снять?
Поет. Ага. А правда хорошо, что ты его не убил? Конечно. А вдруг он талант, как Зыкина? Нам где трудно одному справлюсь вместе с вами. Где чего-то не пойму, где чего-то не пойму, разберем с друзьями. Что мне с ним, что мне с той, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне с ним, что мне с той... Только про Лёвку никому ни слова. Секрет. Опоздал. Сегодня папа дежурный. Почему? Его очередь. Почему, говорю, дежурный? По уборке или еще почему? По мне. Он сегодня должен меня обедом кормить. Они с мамой чередуются. Ты что, сдурел, что ли? Тебя такого большого обедом кормить? Ты не думай, я им тоже помогаю. Я им и за хлебом хожу. Я им и... Им? Сам покупаешь, а потом, небось, сам и лопаешь. Сам-то ты лопаешь. Попадет же мне. Мишка, я мигом. Можно? Хочешь, прокачу? Давайте. Выбирай. Прыгай вниз. Пойдем. А можно на супер-8? Можно. Давай быстро. Донбасс. У вас, кстати, очень много дел сегодня. Придут гости. Какие гости? Как какие? Разные гости. Кстати, Асенька, она будет сегодня? Ты хочешь сказать Марья Петровна? Вот именно. Да, будет. Мам, а почему она мне все время задает глупые вопросы? Про девчонки вообще? Просто ей интересно. Она очень...
любознательная. Понимаешь? А я ей отвечать не хочу. Ну и напрасно. Она, кстати, старше тебя. А потом она моя подруга. Ешь. Котлету ешь. Вообще-то, конечно, Спинозой Марь Петровну не назовешь. Потом, Асенька, тебе нужно как-то пересмотреть работу с кадрами. Откуда ты берешь этих, Марь Петровну или Симочку, а? Может, не при ребенке? Ну какой же он ребенок? Решает задачки уже в три действия. Кстати, не ребенок. А. Ты что сегодня получил? Двойку, пап. По литературе. Да, видно, ты тоже не Спиноза. Пап, а кто такая Спиноза? Во-первых, не такая, такой. Жил такой древний философ очень давно в городе Амстердаме. Вот. А дальше? Ешь и не разговаривай. Послушайте, вам убрать квартиру и сварить курицу. У нас гости. Не забывайте. До свидания. До свидания. Ясно? Та-да-ти-да, та-да-ти-да, оп! Фантомас, пожалуйста, зайди ко мне. Кто там? Я. Здравствуй. Только я не Фантомас, я Денис. А это ничего. Главное, что ты зашел, откликнулся. Ну, проходи, садись. А вы что, все эти книги прочитали? Все. Почти. Вот это да. А ты любишь читать? Ага. Я тебе подберу что-нибудь интересное. Слушай, Денис, а у меня к тебе просьба. Если у тебя есть время, сходи в магазин. Знаешь, мои все в отпуске, а мне что-то не здоровится. Сердце, понимаешь? Конечно, я мигом, сейчас. Привет. Коктейль «Красная шапочка», интересно. Муссака с тыквой, фаршированные яйца, свиные норки, нет, не то, рагу и языка. Мозги язык, фаршированные так, с яйцами, чихагбили, так. Куриное плов, филе, куриное рагу, идет. Так, плов с копченой рыбой, омлет фаршированный краб. Домашняя птица и дичь. Да. Чихагбили, что там у тебя интересно? Кур для жарения ну-ка. Нужно брать молодые. Подготовка тушки, то, что надо. Подготовка тушки. Орешки из заварного теста, профитролем, в сухарях жареные. Крылышки домашние, птицы в белом соусе с рисом. Так. Перья у птицы нужно ощипывать в направлении обратном их естественному росту. Угу. Ребенок фри, так. Курица с горошком под соусом бешамель, так. Мясо куриное 600 грамм, горошек 200 грамм, так. Соус бешамель. Шницель по-министерски.
с виноградом. Курица одна штука, картофель 6-7 штук. Перья следует опалить на огне. Пап, а может сделаем шницель по-министерски с виноградом? Не получится по-министерски. Винограда нет. Да, винограда у нас сейчас нет. А может сациви? Сациви? Можно попробовать, это как? Растереть 0,5 килограммов орехов грецких. А то можно, Денис, взять курицу. Угу. Облить ее чесночным соусом. Придавить утюжком, и получится цыпленок табака, как в Грузии. Давай как в Грузии, только без утюга, а то он может не свариться. Без утюга нельзя. Тогда давай что-нибудь попроще. Ну что ж, самое простое – бульон. Бульон. А ты его можешь? Что, я бульон? Куриный бульон? Что? Горим. О, курица! Давай фартук. Будем спасать курочку. При пожаре звони 01 Фантомас. Ну что ж ты опаздываешь, только тебя ждем. Ой, замучилась в такси, слушай. Слушай, прекрасное платье, да? Это уже то, что для мне нравится. Я постаралась. Очень хорошо. Вот, посмотри, это тебе. С трудом достала, не знаю, произведет на тебя впечатление или нет. Очень красиво, но ярковато для меня. Ничего не ярковато, да? Как раз очень хорошо, примеряй. Примеряй, примеряй, сейчас посмотрим. Привет. Здравствуй. Кто это? Слушай, а где Денис? Он уже спит. Ну как это спит, что я его не увижу, что ли? Вот ты где, мой денечек? Здравствуй, моя солнышко. Вот тебе шоколадка, вкусненький ты мой. Ой. Ой, как у вас хорошо-то. О, как красиво. Ну вот, а ты говорила, что будет плохо. Прекрасно просто. Я и себе так сделаю. Сейчас она обязательно спросит. Как поживаешь? Ну, а что у нас нового, а? Как поживаешь, денек? Поживаю хорошо, когда выходной. Ему же спать пора, спать. Ничего страшного, Вить, ну заснёт. Слушай,
А куда это мы с тобой завтра поедем? Куда? На дачу. Хочешь? На машине. Там у нас и речка, и лодка, и собака вот такая большая. И будем все вместе на лодке кататься. Идет? Честно? Ну, конечно, честно. О, ты чего же не спишь-то? А может, еще и не надо? Надо, надо, надо. Да? Заходи. Так и не встанешь. Ну, Денис, опять нам с тобой вместе ночевать? Не возражаешь? Нет. А ты что же тут? В поход, что ли, собрался? Да нет. А. Завтра мы с Марьей Петровной на дачу едем. На машине. Ну? Дядь Саша, поехали с нами. С Марьей Петровной-то? Подушечку дай-ка. Пожалуйста. А что там на даче? Там речка, лес, собака. Собака? Собака, это хорошо. Ну, еще бы. Пап, можно я возьму твой бинокль? Можно. А зачем? А я там буду видеть все. Возьми, только аккуратно, аккуратно. Дядь Саш. Саш, ты только подумай. Джек Лондон. Майкл, брат звери. Где достал? То я? Ага. Учитель дал, который напротив живет. Саш, братцы, что? Никаких игр. Спать. Все, спать. Все. Все. Свет гашу, все. Спать так спать. Спокойной ночи. Счастливо. Чем зря время терять, вот вам дело. Отремонтируйте, покрасьте, и будет у вас свой велосипед. А может, еще что придумать, а? Он вообще хоть куда. Так что на твою ответственность, Ваня. По иностранному написано. А, диамант. Я его лет 20 назад купил. Он тогда почти новый был. Давай, Ваня, приступай. Инструмент знаешь где. Ну, действуй. Хорошо. На дачу уезжаю. На дачу? Там у нас и речка, и лодка, и собака. За мной скоро тетенька приедет. На машине. Вот это да! Может, вы меня возьмете? Конечно, возьмем. Марья Петровна, она добрая. Что, и стой! Я правильно
Денис, может, это она идет? Нет, не она. А может, вот это? Тоже не она. А ну-ка, дай я сам посмотрю. Мишка, ты что на кола-то уставился? Ничего я не уставился. Я твою тетеньку ищу. Девочка, отойди от машины. Мы мешаем, что ли? Да, что вам? Двора мало. Идите играть в другое место. Ну, потряпьте. Ну, что вы здесь сидите? Пойдемте к Ваньке Дыху велосипед строить. Мишка, дай посмотри. Он там ждет. Отстань. Понимаешь, мы уезжаем на дачу. Там есть собака и лодка. А может быть, еще какие детали достанем. А пока ну, передай это Ваньке. Пойдем. А то у них там дача, собака, машина, лодка всякая. Денис! Слушай, может, с нами в парк пойдешь? Что ты, пап? А Марья Петровна? Да? Ну и что? На дачу поедем. Я обещал. Я должен. Ух ты, ах ты, все вы космонавты. Они где-то с Денисом пропадают. Денис, а долго еще ждать? Может, она совсем не придет? Не знаю. Тогда я пойду. Ты знаешь, Мишка, мы из этого велосипеда вот такую штуку придумаем. Два руля, два седла. Может, его позвать все-таки, а? Идем. Исчез. Как грамматику не учишь, двойку все равно получишь. Фантомас! Не отчаивайся, Фантомас. Терпение и труд все перетрут. Штирлиц. Успел прочесть книгу? Да, прочел. А что это ты сегодня такой невеселый? А? Случилось что-нибудь? Мария Петровна обещала. На дачу.
Спасибо. Так тебе просто сегодня повезло. Ты очень много узнал за один день в жизни. Ты прочел книгу про обманщика старого морехода. Тебя обманула Марья Петровна. Ты не находишь, что все обманщики похожи, а, Денис? Что вы? Совсем не похож. Ведь старый мореход обманул для того, чтобы спасти свою жизнь. Он был одиноким и больным. Ему негде было жить. А Марья Петровна? Ведь у нее все есть. Зачем же она меня тогда обманула? О, Денис! Денис! Дениск появился. Да? Денечек, а мама дома? Позови маму. Одну минуточку. Мам, у тебя тут телефон у Марии Петровны. Ася. Денис, слушай, с Марьей Петровной поговори сам. Давай. Витя, Ася. Ну так нехорошо. Ну ты алло, что? Алло, вы слушаете? Ну так же нехорошо. Ну что она подумала? Мама нет дома. И вообще никого нет дома. Да? Вы слушаете? Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Кто это? Денечек, это ты? Нет, это не это я. Это ты, Денек? Это мой товарищ. А я вас с утра жду во дворе. Ничего не понял. Кто это? Какой товарищ? В каком дворе? А вот это секрет.